я перед разминкой обязательно зашла, со всеми, кого увидела, поздоровалась, со всеми поговорила, на это у меня ушло 1.5 часа. Все с родины поприезжали, со всех городов, было приятно, со всеми здороваешься, бежишь, атмосфера здоровская, много друзей приходит, все кричат, бежишь, всех слышишь, это очень мотивирует. Я понимала, что это будет очень тяжело, рассчитывала все-таки, что 3000 будет тактический бег, и думала, что все-таки моей скорости хватит, но нет, все-таки после 5000 метров тяжело сегодня было бежать, и за неделю еще на чемпионате страны 2 вида сделала, немножко сказалась усталость.